первую очередь праздник для девчонок. Основная наша цель, наверное, их положительные эмоции, привлечение детей в баскетбол. При наличии спортивной школы у детей должен быть выбор. И, конечно, хорошо, когда эти дети растут и потом играют в своем городе. И это очень большой шаг, что команда женская «Омск-Нефтяник» вышла в премьер-лигу. Основная задача, которую я преследовала сегодня, показать девчонкам, что от тренировочного процесса можно и нужно получать удовольствие от игры, от общения со своими партнерами по команде и вообще от работы с мячом и от баскетбола в целом. В итоге потом мы можем стать такими же, как они, знаменитыми, крутыми. Эти соревнования для меня важны, потому что они нас учат сплачиваться вместе, поднимают командный дух. Мы учимся читать игру и учимся побеждать вместе, а не по отдельности.